Сегодня в меню – паста с лососем и брокколи. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Лосось – 400 грамм. Брокколи – 300 грамм. Сок лимона – 1-2 столовых ложек. Перец черный молотый – по вкусу. Сливки – 200-250 мл, 20% жирности. Паста – 300 грамм, любые макаронные изделия. Итальянские макаронные изделия изготавливают непосредственно только из пшеницы твердых сортов. В этом рецепте спагетти варить рекомендуют до состояния альденте на зубок. Всего за полчаса вы сможете приготовить пасту с лососем и брокколи, вкусное и полезное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Рыбу разделайте на филе и нарежьте кусочками. Посолите, поперчите и сбрызните соком лимона. Брокколи разберите на соцветия и отварите в течение 2 минут. Разогрейте в сковороде масло. Выложите брокколи и рыбу. Залейте все сливками и когда они начнут загустевать, огонь убавьте и оставьте тушиться под крышкой около 15 минут. В конце отрегулируйте на соль и перец. Тем временем отварите пасту и заправьте ее маслом. Паста с лососем и брокколи готова. Разложите ее по тарелкам и полейте соусом. Рецепт довольно прост в приготовлении, но получается очень вкусно. Нежный сливочный соус, брокколи и лосось – идеальное сочетание. Непременно попробуйте. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!